Новые течения, как в моде, так и в фэшн-фотографии, подразумевают выход за рамки стереотипов. Этой идее соответствует выставка «Новая свобода» московского фэшн-фотографа Влада Зорина. Автор начинал в Челябинске и к своим 20 годам успел поработать во Франции, Испании, Италии и Китае. На его счету сотрудничество с Vogue, Esquire, Harper's Bazaar и другими мировыми изданиями. Мы были очень рады тому, что можем в наших стенах предоставить возможность молодым нашим художникам и фотографам, людям творческим, как-то себя проявить, показать свои работы. Я думаю, что вот творческий путь Влада только начинается, потому что как только мы увидели список имен и журналы, с кем работал Влад, это просто потрясает. И то, что Влад из Челябинска, тоже очень радует, что он может сюда приехать, даже побывать на этой выставке, поговорить с гостями, потому что очень многие заинтересовались, чтобы лично встретиться с фотографом и спросить, как мода, как фотографии и так далее. За 5 лет Влад успел поработать в нескольких странах. Самые яркие эмоции вызывает у него Китай, а творческое вдохновение подарила Франция. В Китае был в Гуанчжоу, в Гонконге. То есть это страна, где ты никогда не знаешь, чего ожидать, и ты всегда в каком-то азарте находишься. У них отличается работа, чуть-чуть отличается. Они более открытые, более дикие. Это также проявляется в их культуре, какие они сейчас. Наверное, столица для творчества идеальная – это, конечно, Париж. Потому что это даже из-за истории можно смотреть, сколько там великих поэтов, писателей творило. И там и ощущается эта атмосфера, и в Москве пока что такого маловато. Но мы стремительно к этому идем, чтобы у нас тоже все это было открыто и ценили таланты людей. Приезд в родной Челябинск еще раз подтверждает, что Влад представляет нашу страну в мире моды. Да и сам он верит в возможности российских дизайнеров. Дело в том, если талантливый человек, он талантлив. И он может делать суперкрутые коллекции в Челябинске, независимо, модно это или не модно. Дело всего лишь в таланте и в том, что человек делает. Также многие работы сейчас, которые я делал в 16 лет, там обложка с Данилой Поляковым. Я смотрю и думаю, о боже, как это круто на самом деле. То есть это одна из единственных съемок, и здесь меня опубликовали, которая мне очень нравится и близка. И проходит время, и я все равно 50 на 50 живу здесь еще, и мне это нравится. И до сих пор много где публикуется. Выставку московского фэшн-фотографа Влада Зорина при поддержке кураторской группы «Этейбл» можно будет посмотреть до 29 июня в арт-отеле «Арбат».